Спускаем. Я ограничена во времени. На руках. Я умею говорить громко, потому что я Я одна из тех, которые напрямую используют наше образование, потому что я 4 десятка лет отработала все практически после окончания в Академии наук. Ну и вот уже третий десяток, параллельно еще в университете читаю лекции по региональным дисциплинам, региональная экономика, национальная экономика, территориальное управление. Поэтому я напрямую пользуюсь знаниями, которые мне дал университет. Более того, честно признаюсь, самое главное, что нам дал факультет, ну, по крайней мере, в моей судьбе, это даже не знание. Знания, понятно, что мы на протяжении этих лет, да, устаревают, да. Вот мне лично очень помогает то отношение наших профессуры, наших преподавателей, которых было по отношению к нам. Я вот вспоминала, как я к Галине Ивановне приезжала домой, и она поила нас кофе, потому что знала, что мы там голодные вечно, или там приезжала Клопов, потому что я болела и сдавала ему зачеты. Я уже не говорю про Андрея Чалаева, который там жена сразу накрывала стол, потому что студенты голодные приехали, кормили. Вот это то отношение, к нам. Вот честно, я иногда сейчас ловлюсь на том, что могу уже, ну, время другое, да, по-другому относятся к студентам. Я не могу тоже по-другому к ним относиться. Я за них переживаю, я нервничаю. Я уже понимаю, что, наверное, нужно заканчивать это все. Поэтому поддерживаю предыдущих ораторов. И за факультет, и за наших преподавателей, и за ту жизненную школу, которую нам дал университет, и за нас всех, потому что мы, естественно, в судьбе друг друга все равно ведь сыграли роль определенную. Как камешки на пляже. Ну, конечно, с кем-то жили вместе, в комнате в одной, с кем-то учились в одной группе, где-то встречались. И даже если нас развела жизнь, мы, может быть, не так часто встречаемся. Мы всегда помним. Безусловно, безусловно, вот все вы рядом, кто-то ближе, кто-то дальше, но невероятную вообще роль сыграли в судьбе, по крайней мере, я говорю за себя, в моей. Очень хочется надеяться, что, наверное, в судьбе друг друга. Поэтому за факультет, за преподавателей, за нас с вами и поддерживаю. Дай Бог нам всем долго жизни, здоровья, вот чтобы вот тот список не увеличивался, и чтобы у нас были шансы встречаться. Может быть, действительно, может быть, через 5 надо лет. Хотя мы вот сейчас шли, да, и встречались 55-летники. И мы кричали, вы 55 лет, 60, вам туда. Вот дай Боже, там кто-нибудь так же указывал дорогу. Ну это куда? Нам все, ближе к химкам. Молодец. Спасибо вам.